И еще мы находимся на территории яхт-клуба. Просто зрелище необыкновенное. Вот такие агавы, вот такая глициния необычная. А вон там, если посмотреть, видите, на том дальнем дереве, я сейчас подойду поближе, растут помелы. Я первый раз вижу, какие они огромные, просто огромные-огромные такие бомбищи висят на деревьях. Чтобы вы сравнили, вот я приставлю свою руку. Видите, вот помелы. А дальше идет вот такая большая аллея, пальмовая аллея. Таня и Света ушли. А дальше вот территория яхт-клуба. Там высажены тоже пальмы. Тут волнорез. А на Винперле, наверное, уже идет дождь, потому что Винперл весь в дымке. Вот. Цветут магнолии. Вот еще какие-то огромные. Скорее всего, это гибискусы на улице. Видите, с огромными-огромными такими большущими красными цветами. Снова в кадочках глицинии. Вид, конечно, просто замечательный. Единственное, что, конечно, очень большая экскурсия за $16. Нас в этой экскурсии еще и покормили. И мы уже немножко притомились, конечно. А здесь нужно кататься на серфинге. Специальная волна гонится. И мальчики тренируются. И вот еще аллея каких-то экзотических фонариков. Классная, классная. Классные-классные фонарики. Смотрите, а здесь еще из коряжек сделаны вот такие вот крабики. Здесь надо раздеваться и ходить босиком. Видите, мы все разделись, ходим босиком. И тут целая аллея вот таких вот красивых крабиков. Люди тут наслаждаются, релаксируют. Это все так интересно сделано. Обалдеть. У себя надо поискать такие вот деревья, спилы и вот поделать. Это ж такие у себя можно крабики сделать. Ой, какой тут вид. Просто замечательный. Устали только очень. Вот та аллея из пальм. Вот. Устали очень, но очень красиво. Специальная травка такая. Хочется просто прилечь. Дай, Таня, я этот самый... Подержите, пожалуйста. Я прилягу, а вы снимайте. Снимать или фотографировать?